Досуг с пользой для здоровья. Ребята из Донецкой и Луганской республик продолжают свое знакомство с нашим округом. 27 мальчишек и девчонок выходные провели в спортивном комплексе «Красные крылья» в Васильевском. Посмотрели, чему научились воспитанники Зубрёнка. Конечно, у ребят возникло желание заниматься в секциях спортшколы. Художественная гимнастика, бальные танцы. А потом ребятам свое мастерство продемонстрировали спортсмены секции настольного тенниса. Вроде все так просто. Бей по шарику, не промахнись. Попробовать решили и гости. Чтобы так красиво жонглировать мячиком, надо упорно и долго тренироваться, как в любом виде спорта. Гостям показали фрагменты занятий различных секций, от лыжной до тайского бокса и карате. Вот какие богатыри растут в Зубрёнке. Особый интерес у гостей вызвал мотоспорт. Разрешили посидеть на мотоциклах даже девчонкам. А самый юный воспитанник секции, 7-летний Артем, агитировал за свой любимый мотокросс. Мотокросс очень веселый. Мне нравится мотокросс. Чтобы они не боялись и шли вперед. Сегодня здесь показали огромное количество спортивных дисциплин, которые дети могут выбрать, записаться в секцию бесплатно и заниматься спортом. Привлекли детей лыжи, очень привлекли мотокросс. Вот, на настольный теннис уже 4 человека попробовали. В спортшколе «Зубрёнок» в 13 секциях сегодня занимаются почти 700 спортсменов. После дня открытых дверей в «Красных крыльях» количество воспитанников увеличится. Мы занимаемся не только на спортивной базе «Красные крылья», это наша тренировочная база, но также занимаемся по всему городскому округу Серпухов. Мы подберем вам место для занятий, тренера и поможем, значит, осуществить свои планы занятия спортом. Спорт им нужен для того, чтобы закалиться физически, закалиться духовно. Вот, я думаю, что в наше сложное время каждый это понимает. В экскурсии по спорткомплексу ребятишек сопровождали огромные серпуховские зубры. С ними можно было и сфотографироваться. День был насыщенным и закончился чаепитием. На сладкий стол ребят пригласила Татьяна Корзубова. Самый главный итог дня. Из 27 – 15 выбрали спортивные секции. На карате? На карате? Да, есть карате. Пускай записывается.